Итак, заходя непосредственно в игру, вы видите вот такие вот кнопочки. Есть новая игра. Для того, чтобы начать новую игру, загрузить игру, если вы начинали играть игру до этого. Рекорды. Здесь вы можете посмотреть, если нажмете на кнопочку «Компании», кто сколько очков набирал в компаниях. Можно стараться по рейтингу набирать побольше для победы и посмотреть, с каким юнитом ваш уровень игры можно сравнить. И в обычной, то есть это случайные карты, это какие-то сценарии, которые вы проходите, тоже здесь можно набирать разного рода баллы.